Друзья, очень приятно с вами поделиться хорошей новостью. Многие из вас, очень многие, обращаются за справками в архив. И огромную сложность вызывает то, что необходимо людям вручную идти искать документы. Мы начали колоссально серьезную и важную для нашего города работу. Сегодня здесь проходит работа по оцифровке наших архивов. Будет оцифровано порядка 1300 дел. Это первый шаг уже и первый задел для того, чтобы вы могли очень быстро, запрашивая нужную вам информацию, получать сразу же ответы. Ну а вот это как раз и есть наша подрядная организация, серьезная подрядная организация, что надо сказать. Расскажите нам, пожалуйста, как это все происходит. Вот я вижу на экране уже дела, и вы уже их оцифровываете. Да, мы приступили к старту работ по оцифровке архивных дел. Вот. Значит, каждая единица хранения, полученная нами, будет проверена, будет расшита. Значит, также при оцифровке частично подклеены там, где это возможно сделать. Да? То есть вы еще ремонтируете документы? Да, там, где это возможно отремонтировать, мы это подремонтируем, конечно, реставрационными материалами. Вот. И отсканируем уже в читабельном виде, вот, чтобы в дальнейшем у коллег в архиве не возникало сложностей для того, чтобы сделать ксерокопию, подготовить справку. И... Как это прекрасно! Вот я вижу 88 год решение исполнительного комитета. И ведь это такой важный вопрос. Вижу, что это по какому-то жилищно-строительному кооперативу документы. То есть все это так необходимо людям, и нашим коллегам из архива будет огромная помощь, потому что уже все будет оцифровано, будет можно очень быстро и легко найти необходимые документы. И вот я вижу, оно сразу, мы здесь кладем, да, и оно сразу уже выводится сюда? Да, оно здесь отображается, это расшитые дела цифруются по листу, да, вот. И вы успеете 1300 таких дел оцифровать? Да. И отреставрировать? Мы выполним все работы в заявленные сроки. А сколько у нас всего дел? Они не только будут оцифровывать документы, они также нам оцифруют, успеют оцифровать все описи документов, которые у нас хранятся, постоянного срока хранения. То есть это научно-справочный аппарат, который идет параллельно к документам. Всего у нас, в принципе, хранится документов 58 тысяч единиц хранения. Это очень долгий процесс оцифровки документов. И чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее у ялтинцев будут ответы на все их запросы. Хотя архив наш и так работает прекрасно, архив очень хвалят нас, но насколько же это людям сложно прийти, найти папку из 58 тысяч единиц хранения, в этой папке найти нужный документ. Поэтому для нас приоритет, чтобы мы сделали это как можно быстрее. А вам удачи, друзья. Спасибо огромное.